дорогие подписчики, обучаем кобылку белорусского порожную, смешанное с советским. В санях снегу мало, но потихоньку пробуем. Вот Алексея кобыла с саней. Ну так, вроде бы нормально все проявляет в данный момент. Чё, привет подписчикам. До новых встреч, будем снимать и показывать, как в дальнейшем обучаться. Ну вот, приехали передохнуть. Техники пока вроде бы не побаивается, но это первое время. Там посмотрим, как дальше будет. Немного вспотело. Саня, сейчас кофе попьем и поедем дальше.